truly free, be stopped never through all that's happening. Новая тачка? Да, и ты лишил меня возможности пафосно ее представить. Ну, извини, но тачка крутая, зачет. Ау, за что? Ты вообще не видишь, что происходит вокруг? А что происходит-то? А ты даже не заметил, что я за последние 5 минут сдох раз 10? Ха, старый ты стал, медленный. Погоди, но это же... Хорошо, разве нет? Хорошо? Что хорошего в том, что я всю свою жизнь прикрываю тебе спину, а тебя настолько насрать, что даже лень повернуться и увидеть, как у меня из головы торчит огромная спица. Даже глазом не моргнул, да? Ну, хорошо, что ты все еще такой же бессмертный, как и раньше. Просто ты потерял форму, мы потренируемся, приведем тебя в должный вид. Ты совсем не понимаешь, о чем я? Да понимаю я. Ты же знаешь, что я тебя никогда не брошу. Мы же друзья навек, все такое. Сегодня я увидел обратное. Тейлз! Ух ты ж, черт. Кажется, я его обидел. Надо найти ему подарок. Это немного не то, что я хотел, но сойдет. Просмотры будут моими. Вечной угрозой над головой. Каждый день наш словно в тире. Мишенью являемся мы с тобой. Но нам всегда плевать на опасность. К жизни веселой мы вместе идем. В дальней дороге мы сыщем ясность. На задницу мы. Стоит печалиться, если все сложно. Не стоит сдаваться, если капец. Я не хочу срок свой жить осторожно. Хоть у меня больше нету колец. Жизнь дана лишь раз, чтоб ее прожить. Надо всем нам отбросить сомнения. Никому в этом мире нас есть что-то, что тебя взбодрит. Давай, открывай его, как в старые добрые времена.
Да ты можешь хоть иногда себя вести серьезно. Наааа, зачем усложнять себе жизнь пессимистичной реальностью? Да ладно тебе, забей на всю эту фигню и улыбнись. Все живы, а ты будешь жив всегда. Давай, откинь эту маску старого вошливого старика. Я-то буду жив всегда, а ты-то нет. Рано или поздно ты будешь насажен на шип, если не будешь осторожным. Ты, дружище, меня совсем не понимаешь. В жесткие рамки меня ты вгоняешь. Быть осторожным ты просишь постоянно, даже если я просто купаюсь в ванной. Ну давай же, подпевай. Этому я подпевать не буду. Ну, Теус, чего ты? Нормально же общались. Общались, а потом я повзрослел, а вот ты нет. Столько лет прошло, но ты ничему так и не научился. Никто из вас ничему не научился. И все довольны этим. Уйди, не хочу никого видеть. Вот свалю от вас всех подальше. Да куда ты от нас свалишь? В 30-е царство, 39-е государство? Возможно. Ну, если тебе хочется побыть в одиночестве, пускай. Спокойной ночи. Сегодня мы все чему-то научились. Да что ж такое? Очередной эксперимент провален. Я до сих пор бессмертен. Это... обнадеживает. Но вот поведение Соника не обнадеживает абсолютно. Нельзя так. Просто нельзя. Каждая достаточно развитая сущность способна порождать новых сущностей. Но кто породил эту сущность? И где... другие. Победить тьму способна лишь другая тьма. Черт, снова этот проклятый сон. Что это может значить? Я должен понять, что это значит. Возможно, настало время разобраться с этим. Радикально. Братиш, я тебе покушать принес. Наверное, у него совсем туго с аппетитом. Впрочем, ладно. Ради такого я бы тоже не стал подниматься на поверхность. Но ведь не может быть так, что он свалил отсюда. Впрочем, ничто не мешает мне спросить у тех, кто шарит. Ну что, капитан, как дела? Все никак. Все никак. Знаете, в меня загружены все 15 медицинских справочников, что вы привезли с Земли. Я мог бы помочь, если бы вы дали мне посмотреть. Пошел вон. Думаешь, за десяток лет в бункере я бы не вызубрил их наизусть? Сам разберусь. Расскажи лучше, как у нас там дела. Так, ну пересеченная аномалия стоит на месте. Мы потихоньку прощупываем варианты прорыва через завесу. До сих пор? Чугунный ты шлепак! Сколько вариантов ты уже просчитал? 14 625 000. И во скольки из нашего текущего флота сможет прорваться хотя бы одно судно? В одном, капитан. Не густо. Но это лучше, чем ничего. Подумай, как развеять этот вариант и улучшить наши шансы хотя бы вдвое. Слушаюсь, капитан. Эй, а социальный отчет? Как там Ёж? Что делает? Он сейчас стоит возле дверей. Каких дверей? Ваших, капитан. Что? Ну и хрена ему надо. Режим чтения мысли вы так и не доработали, капитан. Иными словами, ХЗ. Чего надо? У меня выходной. Раньше вторника драться не выйду. Да не, я это...
за помощью пришел. Я все еще обижен на тебя за царапину на машине. Я ее так полировал, что еще полметра металла стер. Вообще-то полировал ее я, а вы всю ночь жрали синтетические чебуреки. Пошел нахрен, бумер. Слушаюсь, капитан. Лет он ждал момента для этого прикола. Неважно. Нафига ты пришел ко мне? Да, тут дело. Теус пропал. Мне кажется, после нашей последней битвы я дома наговорил ему всякого. Не то чтобы я был профессиональным психологом по вопросам дружбы, но слышал я, что ты там наговорил. Это он психанул, как нервная истеричка. Не заморачивайся по этому поводу. У меня сегодня хорошее настроение, поэтому я с тобой драться не хочу. Проваливай, пока я не спустил на тебя все свои защитные орудия. Нет, я отсюда не уйду. Ну действительно, кому мне еще пойти? Нагус точно ничего не знает. Шэдоу, как всегда, вечно где-то шляется. Кроме тебя у меня больше никого не осталось. Но я же знаю, что у тебя тут повсюду роботы, камеры. Я даже находил твоего шпиона в моей сортирной яме. Чё? Ты же умнейший из всех нас. Ты крутейший из нас. Ты усейший из нас. Что, если он попал в беду? Что, если с ним случилось что-то ужасное? Что, если он ушел проверять свое бессмертие и не смог? Ты думаешь, что мне не наплевать? Я отвечу то же, что ответю ему же, когда он пришел ко мне просить помощи в воскрешении тебя. Я не собираюсь принимать участие в этом сомнительном эксперименте. Чёртова железяка права. Если Лис пропал так надолго, то это неспроста. Если он готовит что-то против меня, то я смогу сорвать его планы, а виноват будет Ёж. Если же он в беде, я смогу эту беду многократно увеличить. Возможно, партнер будет даже рад этим новостям. А, чёрт с тобой, ладно, помогу. Но только потому, что я очень любознательная личность, а вовсе не слабак, что перешел на светлую сторону силы. Фу-фу-фу, спасибо, доктор, с меня чебурек. Ты ведь все равно сперва украдешь его у меня. Впрочем, возможно, это интересный поворот событий. Да, партнеру точно будет интересно про это узнать. Бумер, я знаю, ты меня слышишь. Найди Шэдоу, пусть встретит меня через час на нашей позиции. Да, ладно. Ты научился пользоваться этой штукой? Да, решил, что пора заняться и вторичными обязанностями Стража Изумруда. Снимать на камеру мордобой психов и хулиганов? Вести историю. Ничего ты не понимаешь. Так, нашел кое-что. О, этот похож. Скипетр чемпиона. Да, точно он. Его мы видели в подземелье. Жаль. Эта скрижаль видала и лучшие времена. Но я постараюсь ее перевести. Такое чувство, будто на ней отрабатывали удары карате. Я нашел ее такой. Проклятая реликвия, созданная самыми первыми ехиднами, чья группа впоследствии стала известна как клан Ноктюрн. Проклятая? А это разве не слово «финал»? Может, конец? Конечное? Последнее? Не-не, это совсем разные символы.
Последняя похожа на рыбку, а конец пишется типа как клетка с галочкой. А, поняла. Ладно. Принадлежала некому чемпиону и в ходе Первой гражданской войны стала главным оружием повстанцев. Судя по всему, обладает магической способностью превращать все, чего она касается, в металл. Фуфло. Зря только спрашивала. Зато я хоть поумнее стал. Еще никогда не копался в этой куче. Ну, рада, что помогла тебе расширить свой кругозор. А сама потратила время впустую. Выходи, она ушла. Все еще дуешься на нее? Давай не будем об этом. Как знаешь, чем обязан визитом? У нас ЧП, чувак. Дэвис пропал без вести. Мы собираем поисковую группу. Эггман уже в деле. Серьезно? Ты доверяешь этому засранцу поиски того засранца? А кому еще? В последнее время я так чувствую, что он честнее всех остальных. Пусть и хочет меня убить, но не скрывает этого. Я не знаю, но пропажа Тейлза — это серьезно. Скорее всего, сам Эггман в этом замешан. Мне все равно. Я хочу узнать, куда подевалась наша рыжая бестия. Ты со мной? Да ладно тебе, все еще дуешься за тот случай. Ну дай мне по морде, и мы в расчете. Да, в расчете. Теперь осталось дать по морде Тейлзу. Я в деле. Отлично. Когда ты видел его в последний раз? Наверное, где-то месяц назад. Тот день, когда мы били Эггмана на большой машине, что ездит задом наперед. Он заходил ко мне посмотреть старые записи с моей камеры, но ничего не говорил о том, куда он потом исчезнет. Это мало о чем говорит. Возможно, доктору удастся разузнать побольше. Да начнется расследование! Надеюсь, это что-то стоящее. Ха! Странно, что об этом тебе говорю я. Тейлз пропал, и судя по всему, довольно давно. Последние наши данные его местоположения датируются месяцем назад. Дальше мы были слишком заняты, чтобы следить за ним. Вот как? Интересно. Хотя, мне интереснее будет узнать, какого черта тут делаешь ты! В смысле? Почему тебя волнует пропажа Тейлза? Разве это не хорошо для тебя? Ты удивишься, но я помогаю Сонику в поисках. И пока я нахожусь на виду у Адской Троицы, Адская Троица смотрит только на меня, а не туда, где идет моя работа. Коварно. И что ты хочешь от меня? Помощи в поисках. Возможно, помощи в том, чтобы сделать их неуспешными. Где ты видел его в последний раз? Где-то около месяца назад я видел, как он вылетал с острова Ангелов в сторону второго сектора. Второго сектора? По ходу дела я знаю, куда он смылся. Шэдоу? Наклз? Не помню, чтоб ты хвастался поисковыми навыками. Ты даже не знаешь всех моих навыков, Ехидн. Я годами оттачивал мастерство владения потоками хаоса. Я научился чувствовать даже самые слабые остатки его заряда. Научился различать все возможные состояния этой энергии. И чё? А то, что Лис постоянно носит с собой свой срун. А там хаотическое ядро в качестве батарейки. Мои сканеры вряд ли возьмут такой защищенный след. А вот насыщенный хаосом Ёж, возможно. Я тоже умею нюхать хаос. Ох, зря ты сказал это именно так. В общем, сейчас у нас есть два носа, которые способны учуять след энергии хаоса. Что это за штука там у тебя? Это просто камера. Я на нее снимаю хронику наших лет на будущее. Тогда бери ее и снимай, как совершенная форма жизни берет след. Ты говорил, что знаешь, где он? Да, он как-то упоминал, что в изумрудных холмах располагается его первый дом, относительно неподалеку от старого жилища на химзаводе. Возможно, он находится где-то там. Это лучше, чем ничего. Погнали. Капитан, мне лететь вместе с вами? А ты сухпаёк взял? Конечно. Тогда естественно лететь. Ну-с, и где же находится этот дом Лиса? Я точно не знаю, но впервые мы встретились где-то вон там. Давайте попробуем начать оттуда. Ух ты, Ёж Ищейка! Круто! Ща получишь! Не отвлекай!
У меня такое чувство, что я тут был. Здесь расположена ваша ракетная шахта со времен войны кластера. Чего? Неважно. Полагаю, Лис в свое время и облюбовал эту мою шахту. Будет неплохо заглянуть туда спустя столько лет. След отсюда уходит вниз. Доктор, вы знаете, что это? Да, это точно шахта. Эх, завести бы мою ракету и свалить к чертям с этого клочка безумия. Эй, можно хотя бы минуту ничего не ломать? Иди к черту, Эггман, я живу ради этого. И как мы с этим могли быть союзниками? Эй, Бумер, давай подключайся к этим железякам и открывай нам шлюз. Ну уж нет, поганая железка, я тебя не пущу! О, как раз и системы защиты проверим. Гениально, капитан! Хлоп-хлоп-хлоп! Чего? Значит, ракету он разобрал, но защиту оставил. Будет круто, если она их поубивает. Похоже, эта защита может убить только мой слух. Ах, вы живы. Будь проклят этот непредусмотрительный рыжий оболтус. Ты думаешь, этот рыжий оболтус способен отравить на нас своих машин? А разве не на тебе он тестировал какого-то робота пару месяцев назад? Эй, то, что мне ответили люлей, еще ничего не значит. Хватит, народ. У Теоза всегда и на все есть веская причина. И разве то, что нас спалила сигнализация, не означает, что мы на верном пути? Да что с тобой не так? Ты сегодня говоришь разумные вещи? Пошли уже. Секундочку. Так-то лучше. Ты растешь в моих глазах, Ёж. Прекращай делать это. Мое чутье подсказывает, что тут есть либо жральная заначка, либо ловушка, либо осколок изумруда. Браво, Красный! Твое предсказание было на 33% верно. Присвоим тебе звание Абсолюта, если выживешь. Я не понимаю. Может, просто тут все в режиме защиты? Теос может быть в беде. Пойдем за ними или подождем, пока они ловушки на себя сорвут? Тут скучно сидеть. Ага, посмотрим на них со стороны и пальцем потыкаем, ну, у кого они есть. Вот уж не ожидал увидеть здесь ее. Машина времени? Но разве она не была уничтожена? Я тоже так думал. Похоже, у Лиса еще больше секретов, чем предполагалось. Стой, у меня снова это чувство. Заначка, ловушка или осколок. Вот это да. Все тут провоняло порченной энергией хаоса. Мне больно даже просто быть здесь. Какой из этого можно сделать вывод? Машиной пользовались. И очень много раз. И это было относительно недавно. Пора разобраться во всем этом. Бумер, попробуй подключиться к местной сети. Есть, капитан. Тут много шифров. Лис хорошо позаботился о своей системе. Да ладно тебе, я что, зря в тебя столько всякого ПО накидал? Эй, Кэп, я не сказал, что я не справлюсь. Мне просто нужно понять, какие именно методы контроля использует аппарат, и подменить их. Эй, Накус, у тебя зрение получше будет. Видишь, что там на табло горит? 3039. Тебе это о чем-то говорит? Неа. Это год. Тейлс когда-то настраивал при мне эту штуку. Он смотался от нас в 3039 год. Что? Ты уверен? А у тебя есть другие варианты? Открой глаза, дубина! Тейлс уже давно не тот наивный лисенок, который слепо верит в тебя и считает своим героем. А мне плевать. Я верю в него и считаю героем. Таким же, как и я. Мне даже неохота тратить на тебя свое время простое. А знаешь... Он прав. Не начинай. С Тейлзом происходит что-то странное. Особенно с момента вскрытия лаборатории Амойса. Это я знаю.
Но еще я знаю, что если бы это было что-то действительно серьезное, он бы сказал мне. Мы же ведь лучшие друзья. Насколько хорошо ты знаешь своего лучшего друга. Завались. Есть кое-что интересное, капитан. Ну давай, телевидение, просвещай. В общем, мне удалось узнать, что тут есть какое-то сообщение, которое ответит на определенные взаимодействия. Более того, я определил, что это должно быть за взаимодействие. Похоже, что эта штучка сможет ответить только на сетчатку глазок нашей летучей мыши. Что? Руш? Да ладно! У этих двоих явно есть что скрывать от всех нас. Даже некрасиво как-то. Слишком много секретов он держит от нас. Я обиделся и ухожу домой. Стой! Мы же должны закончить дело. Даже если Теос ушел в другое время, мы же можем пойти за ним? Знаешь, Соник, я уже как-то не уверен в этом. Может, он не хочет, чтобы мы его нашли? Что? Нет, мы должны спасти Теоса. Неужели вы бросите его после всего того, что он для вас сделал? Тебя, Накус, он обучал и поддерживал даже в самые сложные жизненные ситуации. И доверял даже так, как не доверял мне. Тебе, Шэдоу, он помог найти себя и направить на путь борьбы с твоим главным врагом, Хаосом. Тебе, Бумер, он когда-то помог решить ту проблему с Симуэ, Эмоции, чё-то там. А тебе, Эггману, он вообще помог позвоночник новый сделать и встроить. Ты обязан ему жизнью. Нас на Мобиусе всего пятеро. Мы же должны держаться вместе и постоять друг за друга. Так-то семеро. Даже восемь, если считать эту жестянку. А то и все девять, вместе с ледяным. Ну да, будем мы еще вспоминать замороженного в королевском изумруде Хаоса. Он в нашу общину не входит. Мне пофиг. Делайте, что хотите, предатели, а я все равно найду его. У меня уже есть след. Я не брошу своего лучшего друга. Эй, а ты хоть понимаешь, что ты там тыкаешь? Без понятия. Черт, этот балбес сейчас пространственно-временной континуум разорвет. Сделайте с ним что-нибудь. Соник, отойди от машины времени. Нет, Шэдоу, Теос наверняка запрограммировал ее и для меня. Не делай резких движений, Синий. Не подпускайте его к машине времени. Накус, не верь им. Верь мне. Верь Теосу. Извини, но я запутался. Итак, пока вы тут мочили друг друга, я расшифровал послание мышки. Опустим скучную часть повествования, переходим к важному. Ни в коем случае не включать машину! Соник! Ты! Дебил! Восклицательный знак! Теос, что же ты сделал? Что-то, что тебе не стоило трогать, баран! Господа, там наверху белый зверек происходит, датчики просто сходят с ума! Я чего-то не понимаю, это что, вторжение? Похоже, что да. Ну, контратакуем? Какого черта происходит? Что это за дело? Не могу знать, капитан. Эти порталы, не совсем такие, как те, что мы видели. По крайней мере, мы уже имеем право дать сдачи. Вызывай Наклз Бастера. Постарайся просканировать все вокруг. У меня нехорошее предчувствие, что это нечто совершенно новое для нас. Да, капитан. Предупреждаю, Мобиус может захватить только доктор-работник, поэтому проваливайте! Всегда хотела пробовать эту штуку. Кто?
Кто вы такие и что вы сделали с Теозом? Чё, сука, самый умный? О нет.